А вы знаете, у нас на улице, где я живу, на улице, на Синем бульваре, ну, я, например, считаю, что там много сделано всего хорошего. Я с приходом Собянина я просто отмечаю, что лужкизм закончился. Вот, потому что лужковщина была, это ужасно все, когда продавались дома, когда выстраивались какие-то небоскребы непонятные, в которых никто не живет и ничего не делается там. Я считаю, это все ужасно, и эти батуринские покупки громадных территорий в Москве, это все ужасно. Вот. А то, что делается при Собянине, я лично только приветствую, я ничего не могу сказать, мне радостно.